Добрый день, мои дорогие любители вязания. Сегодня мы с вами разберем вот такой вот узор. В первых видеокадрах вы видели модель на ней, ну, я бы сказала, что это палантин, да. Мне очень понравилась эта идея, и вот я опробовала этот узор. Сейчас покажу, значит, какая у меня нитка. Вот у меня такая пряжа, мадам Трикоте, да. Смотрите, в 100 граммах у меня 550 метров. По составу 80% у нас акрил, и 80% ангора и 20% идет акрил. Вот так вот выглядит этот моток. И вот, скажем так, мои пробы. Вот это крючок у меня тройка. Вот здесь у меня 3,5, а вот этот крючок у меня 5. Вот что получается. Вроде бы, как бы, если посмотреть на наши фото, то вроде бы как бы вот это подходит. Но вы же понимаете, что 5,5 достаточно сложно вязать крючком пятерка. Я выбрала вариант 3,5. И вот связала небольшой кусок, и даже большой, ну где-то полматка. Ну, что-то мне опять-таки не понравилось. Узор мне очень нравится, но не нравится мне в этой пряже. Поэтому мы сейчас с вами разберем этот узор, а вы уже поработаете над выбором пряжи, если кому-то понравилась эта идея. Раппорт у нас составляет 20 петель. Я набрала для образца 43 воздушных петельки, то есть 2 раппорта плюс 3 петли для выравнивания нашего образца. Первый ряд у нас идет просто столбики с одним накидом, поэтому вот я сейчас вяжу 1, 2, 3, считаю петельки 1, 2, 3, 4 и в пятую петлю накид делаю столбик с одним накидом. Итак, весь ряд мы с вами провязываем столбики с одним накидом, заходя в каждую петельку нижнего ряда. Данную пряжу, с которой сейчас я работаю, я не знаю ее ни состава, ни толщины. Крючок здесь у меня 1,75. Итак, ряд вяжем столбиками с одним накидом. Прошли мы с вами первый ряд, повернули вязание и второй ряд. Следующим образом я вяжу 3 воздушных петельки, это соответствует столбику. Накид, захожу в следующий столбик нижнего ряда, столбик с одним накидом. Теперь 2 воздушных петли. Мы, получается, с вами задействовали первый, второй. Теперь мы заходим в третий столбик нижнего ряда. Я вяжу столбик без накида. И считаем сразу первый столбик. 1 воздушная петля. Пропустили. Зашли в столбик. Второй столбик. 1 воздушная петля. Пропустили. Третий столбик. Одна воздушная петля. Пропустили один. Четвертый столбик. Вязать желательно не плотно, потому что, чтобы были видны наши столбики. 1 воздушная петля, 5, 1 воздушная петля, 6, может быть, даже нужно было взять желтую нитку, 6 столбик. Давайте я сейчас возьму другую пряжу, чтобы нам было легче разобраться, потому что узор не сложный, но должен быть очень четко выполнен. Сейчас мы возьмем другую. Итак, я заменила ниточку. Значит, мы с вами должны связать. Начинаем образец 43 воздушных петельки и 43 столбика.
вот они здесь, и вот эти 43 столбика здесь. Но за счет того, что у меня уже связано два раппорта в высоту, он у нас получается таким. Мы на это не обращаем внимания, а обращаем внимание на то, сколько столбиков мы должны с вами связать. 1, 2, 3. Это первый столбик. И вот у нас рядышком идет второй столбик. Теперь я вяжу 2 воздушных петельки. И, как уже говорила, захожу в третий столбик. Вяжем с вами столбик без накида. И начинаем их считать. У нас их должно быть 10. Мы вяжем с вами 10 столбиков без накида через одну воздушную петлю. Одна воздушная петля. Пропустили столбик. Это второй. Одна воздушная петля. Третий. Третий. Одна воздушная петля. Пропустили один. Четвертый. Одна воздушная петля. Пропустили пятый. Одна воздушная петля. Пропустили шестой. Одна воздушная петля. Седьмой. Петля. Восьмой столбик. Петля. Девятый. Петля. Один пропустили. Десятый столбик без накида. И смотрите, почему я взяла на ниточку, чтобы вы видели, где у нас идут эти столбики. Это важно. Далее 2 воздушных петли накид. В рядом стоящий столбик по ходу движения вяжем столбик с одним накидом. 2 воздушных петли. Опускаюсь в рядом стоящий столбик, и это у нас с вами будет первый из 10 столбиков без накида. 1 воздушная петля пропустили столбик. И так мы вяжем их 10 столбиков без накида, довязываем наш. Связала я 10 столбиков без накида, начиная вот с первого до последнего. И так как у нас с вами заканчивается образец, я вяжу 2 воздушных петельки, накид, столбик первый. И будет столбик второй, точно так же, как мы с вами начинали. 2 столбика. Первый и второй. Повернули вязание. 3 воздушных. Столбик. То есть 2 столбика в начале и в конце нашего образца всегда будут идти. Теперь смотрите, вот здесь у нас с вами было 2 воздушных петельки. Я вяжу 2 воздушных. Накид. Захожу под эту арочку из 2 воздушных, вяжу столбик с одним накидом. 2 воздушных. И вот тут смотрите. Видите, вот столбик и вот столбик, а вот наша арочка. Мы с вами должны найти эту арочку и зайти под нее и связать столбик без накида. В данном случае сейчас в этом ряду у нас с вами будет их 9. 1 воздушная петелька, вот у меня арка между двумя. Это второй. Воздушная. Вот она. Третий. Воздушная. Четвертый. Воздушная. Пятый. Воздушная. Вот. Шестой. Воздушная. Седьмой. Воздушная. Восьмой. Воздушно. И вот последний, смотрите, вот последний, 9 столбик. Вот 9 столбиков. Что дальше? Дальше у нас арочка из 2. Мы опять с вами 2 воздушных. Накид под арку. Столбик с одним накидом. 2 воздушных. Накид. Переходим на другую арку. Тоже столбик с одним накидом. 2 воздушных. Опускаемся в первую арку между двумя столбиками. Это первый столбик без накида из 9. И продолжаем дальше.
9 столбиков мы связали, дошли до края. Вот наша арочка из двух. 2 воздушных, накид под арку столбик с одним накидом. 2 воздушных, накид и 2 столбика краевых, да, первый и второй. Ряд завершен. Когда будет первый ряд, он будет более ровным у нас. Поворачиваем вязание и опять 3 воздушных, накид, рядом стоящий столбик. Теперь смотрим. У нас с вами теперь оказалось 2 арки из 2 воздушных. 2 воздушных, столбик без накида, первый. 2 воздушных, накид, столбик без накида, второй. 2 воздушных, и мы переходим в арочку, в первую арочку между двумя столбиками. Вот у нас 1, 2. Видите, на этой пряже хорошо видно. Поэтому я захожу в эту арку, вяжу первый столбик. И далее у меня будет 8 столбиков через 1 воздушную петлю. Если вязать более плотно, я немножко позже покажу вам образец, который я вязала с более с тонкой пряжи, тоненьким крючочком. Он, конечно, смотрится очень красиво, но в то же время там нужно, как говорится, глазки поломать, потому что нужно попадать вот в эти вот арки маленькие. То есть вы считаете, я уже не считаю, сбилась. А вы считаете, что у вас их должно быть 8. Если не 8, значит вы где-то сбились, попали не в ту арку. Их точно должно быть 8. Да, вот я. Вот это 8. Вот она, видите, вот у нас предпоследний, вот последний столбик и в арочку я связала столбик. Теперь 2 воздушных, накид. Под первую арку из 2 мы вяжем с вами первый столбик. 2 воздушных, накид, мы вяжем с вами под арку, второй столбик. И вот эта центральная арочка, вот она, эта центральная, мы в нее будем вязать по 2 столбика через 2 воздушных петли. Мы вот в эту же центральную арку вяжем второй столбик. 2 воздушных, накид, и вот последняя арка из 2, столбик с одним накидом. Вот что у нас с вами получается. Видите? Вот такая вот сетка. Теперь 2 воздушных. Мы опускаемся. Смотрим. Вот первый столбик, вот второй. Вот наша арочка из одной воздушной. Мы зашли в нее, связали первый столбик. И далее через 1 воздушную 8 столбиков без накида. Связала я 8 столбиков. Смотрите, я сейчас растяну. Видите, как смотрится? Вот он. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, вот 8. 2 воздушных, накид под большую арку, столбик с одним накидом. 2 воздушных, накид под вторую арочку, столбик с одним накидом. И вот наши 2 последних столбика через 2 воздушных мы свяжем подряд 2 столбика с одним накидом. Первый и второй. Вот так. Повернули вязание. Смотрим. Видите, что получается у нас? 3 воздушных. 1, 2, 3. Накид. Второй столбик. Ну, а в этом случае у нас, видите, вот 3 арки, поэтому в каждую из этих 3 арок через 2 воздушных петли вяжем столбик с одним накидом. Первый, 2 воздушных, второй, 2 воздушных, третий. Угу. 2 воздушных. Переходим на маленькие арочки. Вот наш первый, вот второй. Между ними арка. Зашла и связала.
У нас было с вами 10, 9. Теперь у нас с вами будет 8 столбиков через одну воздушную петлю. Это второй. Вот это третий. Вот это четвертый. Пятый. Вот шестой. Это мы с вами уже, это восьмой столбик. Было 8, это теперь у нас с вами, это 7. То есть у нас с вами было 10, 9, 8 и последний ряд у нас 7 столбиков. Здесь у нас с вами будет 3 столбика с одним накидом. С этой стороны точно так же. 2 воздушных накид. Первый столбик, 2 воздушных накид, второй столбик и 2 воздушных, третий столбик идет в центральную арку. И теперь мы с вами поворачиваем на следующую, скажем так, волну. 2 воздушных накид, первый столбик, 2 воздушных накид, второй, 2 воздушных накид и вот третий столбик. Через 2 воздушных петельки опускаемся на маленькую арочку. Вот с первой, второй между ними арка. Я надеюсь, вам хорошо видно. Итак, 7 столбиков через одну воздушную. Завершили мы с вами наш образец. 7 столбиков без накида. 1, 2, 3 столбика с одним накидом и последние 2. Теперь 3 воздушных и следующий столбик. В данном случае у нас с вами сейчас должно быть 1, 2, 3, 4 столбика с одним накидом и через 2 воздушных петельки. То есть этот ряд у нас уже как бы, я бы даже сказала, что последний в рапорте. Я обращаю ваше внимание, что должно быть 4 больших столбика, вернее 3 больших и 7 маленьких, это в предыдущем ряду. А в этом ряду у нас 4, 1, 2, 3, 2 воздушных, 4. И теперь из этих вот 7 столбиков без накида мы будем вязать и соединять в один пучок 7 столбиков с 2 накидами. Мы по-прежнему с вами делаем 2 воздушных петельки, 2 накида. И теперь выискиваем. Вот наш первый столбик. Мы зашли в него, не довязали. Первый столбик с 2 накидами. Вот второй. Не довязали. Вот третий. Когда вяжешь неплотно, хорошо видны столбики. У меня сейчас крючок 3,5. На пряжу 100 граммов, по-моему, 550. Вот так. Вот так. И следующий столбик. Смотрим. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Соединяем их в один пучок и закрепили. 2 воздушных петельки, накид. И теперь с этой стороны у нас должно получиться тоже 4 столбика с одним накидом через 2 воздушных петельки. Итак, мы повторяем. В принципе, это у нас раппорт в ширину, да, вот так, 2 воздушных накид, вот центральная арка, в которую идет 2 столбика, первый как бы на одну сторону, через 2 воздушных и второй. Итак, мы с вами повторяем следующий раппорт. Итак, смотрим. Я связала
1, 2, 3, 4 столбика с одним накидом, 7 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, соединила в пучок, 1, 2, 3, 4 столбика и последние 2 столбика. Вот это у нас с вами как бы раппорт уже в высоту. Далее, вы помните, мы начинали с вами со столбиками с одним накидом. Поэтому мы с вами сейчас поворачиваем наше вязание и заполняем, в общем-то, весь ряд столбиками с одним накидом. Мы заходим с вами, связали 2 столбика, под арку 1 столбик, сам столбик, столбик. Под арочку 1, вершинку столбика, столбик. Как вы поняли, мы вяжем с вами под арку столбик и в столбик столбик. Здесь повторяем то же самое. Накид, несмотря на то, что там у нас было по 2 воздушных, мы все равно вяжем по одному столбику. Накид, столбик, вершинку. У нас будет одно небольшое, теперь вот под эту арочку столбик, и столбик именно вершинку, там где мы собирали с вами 7 столбиков. Вот так. Накид под арку. Накид, столбик. Я уже дойду до вершинки. Итак, мы с вами дошли до вот центра, там, где у нас завершается первый раппорт, и мы должны с вами перейти на второй. Я делаю накид, захожу, столбик, столбик с одним накидом. А вот в эту центральную арочку мы с вами вяжем 3 столбика. 1, 2 и вот 3. Накид, столбик. И далее мы с вами повторяем все, как я только что показала. В каждый столбик по столбику и в каждую арку по столбику. Разница только что в центральную идет по 3. Итак, я связала ряд полностью столбиками, и это наш ряд, начало следующее. Точно так же, как мы с вами вот только что связали. Вот от этого ряда дошли до этого. Вот такой получается узор. Я обещала вам показать узор с более тонкой нитки. В этой ниточке у меня в 100 граммах 800 метров. Крючок, по-моему, 1,5. Вот видите, какой получается этот узор. И вот этот. На этом моменте я с вами прощаюсь. Понравилось? Ставьте лайки, подписывайтесь. Вам творческих успехов и до скорых встреч!